Кэшбэк 50% – именно столько можно вернуть за отдых детей в лагере. Такая программа поддержки семей – главное новшество этого сезона. На сегодня возвратом воспользовались уже 1500 родителей. Подробности в сюжете Ксении Петренко. У Дмитрия Дудкина двое сыновей. Старший, 12-летний Кирилл, каждое лето отдыхает в спортивном лагере. Младший, 6-летний Ярослав, в этом году поехал впервые. Дети довольны, собираются и на второй сезон. А родители уже оформили кэшбэк за отдых. На самом деле все элементарно просто. Поскольку у нас дети поехали в спортивный лагерь, получается, с организацией, со спортивным клубом «Сипсельмаш», у нас была схема следующая. То есть мы заполнили договора, передали их тренеру, соответственно, дальше там по цепочке нам пришло с бухгалтерии ссылка на WhatsApp, по которой мы оплатили полностью всю стоимость. Через 3 дня мы уже получили кэшбэк по карте МИР. Нововведение этого сезона – кэшбэк за отдых детей в лагерях стало очень популярным. Компенсацию оформили уже больше 1500 новосибирских родителей. И это еще не предел. Всего в регионе первые смены провели порядка 30 загородных лагерей, в которых отдохнули 7000 ребят. Главное условие для получения кэшбэка – путевка должна быть куплена с 25 мая. В те лагеря, которые участвуют в программе, полный список есть на сайте госуслуг. Вернут 50% от стоимости, но не больше 20 тысяч рублей. Выплата может быть начислена только на карту МИР, оформленную на заявителя. Это еще одно из условий. А вот количество заявок не ограничено. Если ребенок отдыхает в 2 сменах, то можно получить выплату за каждую. В программе участвуют только государственные и коммерческие, в том числе лагеря, но обязательно стационарные. Палаточные, лагеря дневного пребывания участниками программы не могут быть. Здесь еще можно отметить, что ограничений по возрасту детей нет. Если у нас на территории региона при получении путевок возраст от 7 до 17, то вот по кэшбэку ограничений по возрасту нет. Перечень необходимых документов минимален. Договор на оплату путевки и чек. Кэшбэк придет на карту в течение 5 дней. Если вы еще не успели воспользоваться этой услугой, есть время до 20 октября. Ксения Петренко, Александр Ведерников, новости ОТС.